Здоровайся. Привет. Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала и, собственно, все зрители. С вами очередной выпуск «Клиент всегда прав» и, конечно же, я его ведущий Илья Бомбер. Новая жертва, знакомьтесь. Светлана. А ты кто? Николай. А что ты тут делаешь? За компанию пришел с первого сезона. Понятно, заткнись, похуй всем. Так, ладно. В общем, сегодня у нас будет экстремальная татуировка. Мандала, или как это называется? Хамса. Самса. Самса будет у нее на руке, на ладони. То есть вы понимаете, да, что такое ладонь? И вот В общем, не будем тянуть кота за мешки, поэтому начинаем. Вот это пиздец. Ну, я не знаю, может быть, кто-то еще не... Нет. Может быть, кто-то еще не знает. Но, как бы, ладонь — это просто пиздец больно, как сильно. Готов устроить тотализатор и ставь. Она типа доживет до конца видео, ну типа дотерпит, или она скажет, ну и нахер эту татуировку. Я даже не могу больше сказать, она сейчас продавит нахуй вот эту Ты, значит, напомнил, да, что ты у нас, получается, первооткрыватель несладкой халявы. Да. Кто не смотрел, друзья, сейчас подсказочка вылезла, видос с его участием, потом можете тоже глянуть. Ничего интересного, просто мы на руке ему набили хуй. Расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты снялся в шоу и вот, собственно, набил этот член. Причем там очень много просмотров. Да никак, по-прежнему все. Просто иногда бывало то, что встречаемся на улице, и люди незнакомые спрашивали, там, как член поживает на руке и всякое такое. Так все нормально. Больно. А самое, что классное и смешное, по крайней мере для меня, то, что эта херня через 2 недели практически вся выпилится, поэтому... Еще посмотрим, через сколько она сойдет. У него мышцы на ладони сами силы, короче, вибрируют. Срать хочу! Оператор, дай заказ за доставку. Друзья, кроме шуток, хочется порекомендовать вам отличнейшую доставку в городе Тольятти. Кстати, специально вот именно для тех тольяттинцев, которые есть тольяттинцы, специально для тех, кто любит так же сильно пожрать, как и я, особенно роллы, суши и всякую вот такую вот вкусную японскую штуку. Ссылочка будет в описании на конкурс «Доставка Якудзы», которая сейчас разыгрывает кучу сертификатов именно совместно с Бомбер Шоу. И поэтому просто переходите, там все просто, там делаешь типа репостик, то все, третье, пятое. И вот эти вот все вот, которые вокруг вот эти вкусные сушечки, вы можете просто на халяву получить. И похавать, конечно же. Что, больно? Да. Дай 5. На самом деле, ребят, расскажу вам честно. Я заехал мыть свою машину. Она была очень грязная, на мойке. Вот, и там сидит она. Привет, дай сфотографируюсь, ты Бомбер Шоу. Я говорю, ладно, да, на. Вот. И она такая, вот я бы хотела сняться. И, короче, вот я такой еще там сидел с ней, типа умный такой, сижу, ну типа я ж Бомбер Шоу, я ж классный такой, сидел, всякую хуйню нес. Вот. Но она никогда бы в жизни не подумала, что она придет, и я ей буду давать 5. Больно, что ли? Да. Честно? Честно. Видишь, дергалась, криво получилось. Хотя не дергалась, тоже криво получилось. Ну вот, все, сейчас по второму кругу будем выравнивать. Да.
в общем, чуваки, ну, это мы проделали, в общем, так получилось. А, пока мы делали, получилось так, что она сказала: «Эй, чувак, сделай глаз». Причем ему сказала шоколадный, я думал сначала, просто у него штаны такие, что сзади молния. Но я не понял полного прикола, поэтому, короче, оказывается, одевай варежки давай. Да нет. Вон лежат. Вот. Как бы тут можно делать все, что угодно, и может произойти все, что угодно, поэтому я умываю руки. Тихо. Короче, смотри, делаем сейчас вот это вот дерьмо, то есть он хочет, она хочет, в смысле, чтобы он сделал ей глаз с нашей студии Black Eyes Tattoo. Поэтому, чувак, просто мажь вазелином, капай, макай краской и перерисовывай, причем фрихендом, все, чтобы было прям по-настоящему. У тебя есть 40 секунд, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ох, ёпки. Вот это мне нравится. Я хотел сказать: чувак, ты слабо пробиваешь. Нет, он хорошо пробивает, видимо. А я, кстати, слышал, как в деревне крюшек режут, блядь, примерно такой же звук. Так, так, так. Я смотрю, получается, получается. Дай вон ей тюбик что-то от вазелина старого. Красивый глаз. А чё ты почти это, японская, китайская, египетская. Ну ладно, у тебя осталось 30 секунд. 29, 28, а ещё же зрачок надо нарисовать. 26, 25, 24, 23, 20. Чё? А чё ты так... Это стрёмно. Ну, ты сотри его вот сначала и посмотри, ты там ничего не пробил, и зрачок другой. За такую работу сейчас я на тебе буду бить ржавой иглой. Хуй. Понимаю. Слушай, ну, мне кажется, еще надо пробить как минимум вот эти центральные линии. Причем глаз нормального человека, глаз курильщика. Прикрытый на кумарах. Давай, пробивай еще разок и пойдем уже отсюда. Я хочу домой просто, потому что меня там ждут жена и собака, и две кошки. А у тебя? А у тебя? У тебя есть животное? Пиши, какое в комментариях животное у тебя есть. Лично у тебя, твое животное. Ты животное? Нет. А ты можешь ей мстить за все, что она там сумку хуёво несла, или там пис плохо пососал, ой. Ну, это, в общем, мсти ей, мсти. На этой позитивной ноте, друзья, хочется сказать вам: охуеть, какой глаз. Так вот, хочется сказать спасибо за просмотр, ставьте лукасы. Вот, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан. До новых встреч. Йоу!